No, you love me. В общем, я хочу поговорить про анальный секс. Что у меня вчера было? Это просто жесть. Мне хочется спа устроить для своего анала. У меня был анальный секс позавчера один раз и вчера два раза. Так вот, первые два раза это было вообще просто офигенно. О, боже мой. Член был средний, парень... Первый и второй. Короче, не гигантусы, но нормальные. Не знаю, сколько сантиметров. 16-18. Ну, типа так. Ок. И когда у меня был... Происходил анальный секс, я была в позе лежа. Ну, сзади парень, а я лежала на животе. Вот, просто спинку ягодицы отогнула. Не знаю, зачем, кстати говоря. А потом мышцы спины сказали «доброе утро». Ну как, они такие... Вот так это было скорее. Так вот, мне в этой позе был первый раз. И мне казалось, по моим ощущениям, я думала, парень вошел типа вот настолько. Я думала, что он не вошел. Ну, блядь, он вошел полностью. И я говорю, давай, я прям хотела еще сильнее, еще прям мощнее. Я потом у него спрашиваю, я говорю, а ты настолько, что ты вообще вошел? Он говорит, да, полностью. Представляете? Просто замечательный анал. И я потом такая, парня благодарю, мне заплатили, я парня благодарю, просто раз 10, наверное, сказала, блин, это такой классный секс был, анальный, вау, спасибо тебе большое. Вот, это, вот так вот я только не могу работать, это норма, я создаю новые нормы, понятно всем? Я не шлюха, не меня ебут, я ебу, да нет, никто не ебется, мы просто получаем удовольствие вместе. Но! Что было вчера, третий раз. Значит, с первыми двумя просто офигенно. Я прям... О, май гад! Это такой нежный был секс. Вау! Это так было... Это так было сладко и нежно. И так скользяще. Ой. Я не знаю. Я не знаю, что значит кончать аналом. Наверное, я не кончила, но это было что-то просто потрясающее. Вот. Но... Что произошло в третий раз? Пиздец. Мне хочется устроить спа для своего анала. Я до сих пор анал в шоке. Он просто входит как в вагину. Фу, как это ужасно. Отвратительно. Я потом не выдержала. Такая, говорю, все, стоп, хватит. Ты вообще, типа... Я говорю, вот делай так и так. И он такой говорит, я, знаешь, вообще не люблю анальный секс. А нахуя тогда ты начал? Зачем надо мной проводить эксперименты? Зачем надо мной проводить эксперименты? Пиздец просто. Мне теперь, я не знаю, когда я смогу заниматься анальным сексом. Когда я снова смогу получать удовольствие от анального секса с нормальными парнями. Я не знаю, когда. Может, неделя понадобится для восстановления. Но мне явно просто там расхерачили анал. Мне нанесли кучу травм. Какие-то растяжения там. У меня болит. Фу, просто тошно от этого. Ну вот. Расскажу еще раз. Анальным сексом надо заниматься так, чтобы девушка была максимально расслаблена просто. Если ты не умеешь расслаблять девушку, не лезь. Не надо. И давайте-ка вспомним такой момент, что если ты заплатил девушке за секс, это не значит, что она все сделает для тебя. Но мне вчера заплатили крайне. Он еще хотел меньше. Мы договорились на 10, а он хотел за 8. А что, может, я тебе заплачу? Блять, можно вот такие вот stay away from me, окей? Фу, мне до сих пор так плохо. Я пишу менеджеру.
Я вообще теперь, типа, у меня после вчерашнего вот этого раза, я теперь, если мне с кем-то менеджер напишет, с кем-то видится, я реально не хочу, потому что мне этот парень просто испортил вообще все. После первых двух разов, а нет, даже после первых трех разов, я просто вылетала, такая менеджер писала, вау, вау, так классно и все. И потом такая... Причем на меня разозлился. И вообще, он заплатил за час, но по сути у меня было 2 часа. Съел мою вишню. Я все так классно сделала. Там разложила презервативы, стакан воды в бокал ему налила, черешню. Ну, блядь, ну не надо переусердствовать. Че это такое? Это как ты пришел в музей и нахрен все картины расхерачил, блядь. Правила поведения, знаешь? Так вот, надо мне, походу, наверное, рассказывать правила поведения. Значит так, когда ты приходишь к проститутке или ты платишь девушке за секс, она главная. Если ты заплатил, это не значит, что ты над ней доминируешь по автомате. Ты над ней можешь доминировать, это как дополнительная услуга, которая также оплачивается. Понятно? За это платят. Это не условно. А я не знаю тогда, к кому ты ходил до этого. Я не знаю, каким шлюхом ты реально ходил. Я здесь под словом шлюх не хочу обидеть тех девочек, но... Ну, типа, они явно не такие, как я. Они не знают сами. Короче, мне кажется, им самим хреново. Серьезно. Мужское удовольствие при абсолютно любых условиях зависит от удовольствия женщины. Если женщине ты сейчас не доставляешь удовольствия, если ты ведешь себя как ребенок, ты не будешь удовлетворен. Потому что женщина не может заниматься с ребенком сексом. Женщина может заниматься только с мужчиной сексом. Господи, упаси от таких подальше.